Да, такие красавцы. А, это сланцы. Это на самом деле это соль. Она просто такая уже посерела. То есть это какие-то минералы, которые им нужны, которых нет в траве. И они просто лежат. У лошадок тоже такие есть. Если увидите, иногда бывают в интернете. Продаются, как-то, по-моему, сланцы так называются для лошадок. Они разные минералы. То есть получается, там через нашу улицу, где я живу, стадо какое-то. Огромное стадо коров. И давайте как раз из-за ненадобности высыпал там посередине дороги целое ведро соли. Там просто все стадо вот наступилось. Все да, слезали. Огромная такая туча коров. Им не хватает, и конечно. И хлыстами, они все намертво. Она случайно высыпала? Он просто думает, куда деть соль. А, и давай. Просто взял высыпал на руку. Сильно долго думать не стал. А может быть это было действительно специально? Нет, он не от ума большого. Видишь ласточку справа? Прям порхает и порхает. Еще в школе. Доярушек, когда приходили в колхозах, да, и коровушка, они обязательно несли им хлеб, посыпали соль. Да, потому что соль тоже нужна. Всем хочется что-то такого соленого. Даже про нас, да, тоже подумают. Ведь иногда пишем, шакрысь, допустим, если лошадку надо поберечь, да, что-то у нее, может, ножки болят или еще что-то. И чтобы инструктора не спутали, допустим, не взяли в болотную смену. Ты красавец, я тебя кормил, и тебя немножко кормил. Всех немножко кормил. Ты моя сладкая. Добрая какая. Красавца, жеребёночка. Ну ты моя сладкая. Погладить тебя. Ты моя сладкая. Добрые. Лошади добрые. Добрые. Прям добрые-предобрые. Хорошие мои. Ай-яй-яй. Покусать захотела. Это у нас молодые жильцы. Мы их уже с основным кабином не справим. Они еще пока не производят. Какая большая, красивая. Они уже что-то пытаются. И чтобы они любыми натворили, на жильцы стоят и ждают ответы. Вот эти молодые. Видите, их тут сразу же много. Молодые жеребцы. Чистокровный арабский, вот этот Аполлон. Не могу сказать, похоже он. 2016 год, похоже, он самый крупный, самый старший, да, возможно. Вот такие вот. А у нас на подроме кто идет? Там, по-моему, тоже же арабский, но он прям такой стройный, или я, может, путаю, может, там другая пара. А может быть, это и не он. Я вот их, если честно, их вот так вот и не сразу поймешь. Их так много. Наверное, не арабский. Что у арабов у них мордочка вытянутая и очень большая. Да, ну, они поджары. Да, и у них вот эти вот надбровные дуги очень такие ярко выражены. Хотела спросить, он живой, он тут в это время глаза не наконец повел. Друг другом уживаются? Нормально они? Все вот как бы в одном. За них у них и наблюдают. Бывает, иногда конфликтуют, и их, конечно, по разным дневникам. А если они ничего, то их оставляют. Ничего себе. У нас была одна пара, это вы не поверите, настолько два дружбана, они даже друг друга спали, голову может положить на спину другому и дремать. То есть это настолько было такое умильное зрелище. Ну, наши туристы сразу же стали шутить по этому поводу. Уж не ориентации-то да, они да. Не одной или случайно неправильной ли ориентации. Но, тем не менее, такое тоже увидишь редко. Обычно это же, наверное, уж как бы, ну, у кобылицы и у коня, да, бывает такая дружба. Или там у детей с матерью, да? У братьев, сестрой, нет? Вы знаете, у них лошади. Очень быстро. Они пока, может быть, растут, у них еще вот какая-то вот эта память трепетная. Есть. Угу. А потом забывают, они уже да? Все, они попадают в табун, и там уже идет у них иерархия другая. Иерархия, они занимают свое место под солнцем, так сказать. То есть там уже неважно, сестра ты мне, не сестра. Если я хочу быть там, да, на ступеньку выше, то я начинаю отвоевывать свое место. Там они уже могут и конфликтовать, и так далее. Ну, да. И даже мама с ребенком, она уже потом забывает. То есть прошло 2 года, он уже стал более... У них память короткая. Да. И говорят тоже, если, допустим, там воспитываешь лошадь, за проступок надо наказывать там в течение там нескольких секунд, потому что память хорошая, она даже не помнит, что лошадь делала. А уж родственные связи, получается, вот 2 года уже забывают, да, все? Да, к сожалению, так. А они с родственниками, получается, тоже спариваются, да? Им же нет, как бы нет. Это тут все это, да? Да, у нас есть свой человек, то
она же занимается этими всеми генетическими моментами и оформляет паспорта. Знаете, очень все сложно, это все также затратно, дорогостоящие моменты. Мы потом на каждую лошадь мы отправляем генетический материал в базу, то есть их заносят, обязательно выдают паспорта, потому что... Племенной скот, да, все, да, все непросто, да. И чтобы не было никаких там нюансов, у нас же бывает, когда покупают лошадку и... их тренируют на бега, на выставки, на вырезку. Да, и то есть осторожно, если вот он весь такой закрытый, он может кусаться. Просто так он закрытый, за ним попал. Видите, то есть только для мордочки. Да, окошечко. Ну что, мы с вами закончили на конюшне. Поднимите, как у вас по времени?